Алроса запускает горячую линию, на которую можно будет сообщить о нарушении правил, политики или стандартов компании. Она будет работать по принципу единого окна, а обратиться с жалобой туда смогут не только сотрудники компании, но и любой гражданин, в том числе анонимно. Горячая линия поможет компании быстрее узнавать о нарушениях, своевременно устранять их и соответствовать современным требованиям работы предприятий. Линию решили запустить в рамках построения новой комплайенс-системы, проще говоря, новой системы контроля за соблюдением внутренних правил. Она снизит репутационные и финансовые риски и повысит этическую составляющую организационной культуры Алроса. Тематика вопросов может быть любой. Если заявитель видит нарушение или даже подозревает, что нарушение может произойти в части этики, злоупотребления полномочий, нарушение компании в области экологии, охраны труда, мошеннических действий, он может обратиться по одному из способов обращений на горячую линию комплаенса – по телефону, WhatsApp, с помощью веб-портала или электронной почты.